Хочу вам представить свою картину «На гребне волны». Каждый из нас хочет быть на гребне волны, на гребне удачи. Как вы видите, шторм – это хорошо. Шторм приносит движение, шторм приносит удачу, чтобы каждый, который смотрел на эту картину, был освещен солнцем и всегда был на гребне волны и удачи. Как видите, и камни, и чайки. Они освещаются солнечным светом. Волна, которая идет к вам, это ваша удача, ваше благополучие. Солнышко освещает все это и проникает в каждую капельку этой волны. Чайка, которая двигается, она двигается по направлению к своей удаче, потому что, как вы видите, она повторяет движение облака. Мне очень хочется, чтобы эта картина вам понравилась и принесла вам удачу, счастье, чтобы все вы были, кто смотрит эту картину, на гребне удачи, на гребне волны. Все ваши дела и ваши мечты сбывались и двигались так, как вы хотите. Это холст, масло. Шестьдесят на 90. Пусть он вам принесет удачу. Будьте всегда на гребне волны. На гребне удачи. Удачи всем!